схемах там действительно рассматриваем. Ну там человек забирает или перестановок. То есть это же возникает из-за парных перестановок на земле. А если учесть перестановки тройные, например, там не помимо Гейзенберга еще набежит там степень какая-нибудь. Вот. Если перевести эффективно спинную модель. То есть скалярное произведение возникает в силу того, что мы просто ближайшие взаимодействия учитываем, они возникают за счет того, что электроны как бы обмениваются. Нет разницы в локализации электрона там, в одном или другом узле. И вот мы разницу в энергии за счет того, что электрон туда-сюда перемещается, это записано в виде обменного времени. Ну а если, скажем, там не парные брать, а тройные перестановки, там более сложно будет меня появиться. Там, то есть принцип такой. Значит, давайте я запишу, мы сейчас будем счетом займемся, собственно. Значит, основное растение, оно у вас есть. Начнем с вычисления этого значит, а что это у нас? Это диагональная часть. Здесь вот у нас вот эти сумма будет.
Понятно, да, то есть сумма, мы суммируем вот складываем до сюда, симушки, и отсюда до сюда сигма. Интеграл только вот поедем по-быстрому. Поэтому это выступает в этой константе. Здесь учитываем, что смена k на минус k – это комплексное соотношение. Получается бесконечно много по приведению k и альфа элементарных пласоновских интегралов. Поэтому здесь получается произведение. Каждый из этих интегралов элементарно вычисляется. Вот здесь правило. Здесь получается. И тогда получается, что все это надо жить и есть. Обозначим вот. Вот этого первого слагаемого, три всего, первого слагаемого, как h' плюс h' объем системы. Это будет. Получается так, минус. Логарифм берем вот от этого выражения здесь, от экспонента будет минус. Логарифм этого выражения, логарифм произведения суммы. Получается, значит, одна.
Прости меня. Вычисляется вот как раз сведение голоса. Вот эта поправка и будет добавкой, которую мы формально обозначили Анной Вашей Григорьевной. Она нам не понадобится, это если мы свободную энергию прочитали, там надо было удержать ее, так, в принципе, можно потом. Так, а вот Ашной Вашей когда мы переходим от сигма К к сигма СК, мы, значит, К, так, то что это значит, давайте, ладно, сейчас я извиняюсь, повторю. Замена у нас и сигма.
Что дает это преобразование? Если k менялось в диапазоне от 0 до λs, после умножения на s, как будет меняться от 0 до λ? То есть восстанавливается из копии на штат. Поэтому здесь будет иметь 1 вторая. Сумма будет пока что не так. Так, k это k штрих, вот для меняется. А здесь после подстановки новых оператор получается S по ряде плюс это сигма штрих одного круга. Это второй шаг на группах, то есть на первом же, собственно, для уйти. Помните, да, идеологию? Ионогмировки, да? А на втором шаге вы восстанавливаете исходный масштаб системы. Вот это исследуется. Здесь особое внимание обратите на то, что помимо очевидного преобразования в обратном пространстве, восстанавливающего исходный масштаб от нуля до лямбда, надо еще операторы. То есть на пятый этап можно представить, что у вас быть и таким образом.
То есть у нас не меняется, значит, функциональная вот эта форма. Что такое вот отсюда первое, что потом? Значит, у нас давайте здесь ошибки поставим. Новый константа, да, чтобы согласовать. Получается, что это надо будет. Уна 8, да? Да. Да. Что-то в прошлый раз мы, по-моему, выписали. Ну, там, ну, наверное, опечатка, по-моему, была. И это уна 8 не выводил. На 8, да? А, ну, все, значит, опечатка. Так. Ну, вот как посчитать здесь? Очевидно, здесь все сводится к вычислению. Среднего цикла 4. Но вот здесь просто, значит, поступаем. Расщепляем спиновый оператор на две части, быстро, медленно и реализуем. Ну давайте займемся. Так, это у нас так.
Так, значит, посередине идет погибель, да? Поэтому сразу нечетные степени, поскольку гаусы распределения, так, они тут выполнены. То есть вот это сразу будет, вот 5, и вот это количество. То есть у нас получается. И дальше, посередине идет погибель компонентов, поэтому для них сигма шлифованные константы, это вот здесь, когда усредним число получим какое-то, тут никакой оператор не есть. Значит, честь из сигма шлифа не возникает, поэтому просто будет константа. Это будет поправка уже h'1/d. Ну, нам она не нужна, поэтому и забудем просто слоями. Надо коэффициенты посчитать число вы. Вот это. Значит, здесь вначале делаем такие мужчины. Это командитный пас, они все. Так. В тензорной форме переходим, здесь, значит, получается штрих. И дальше, в парагонитной области, так, значит, поскольку гауссовое распределение гамильтониане, как бы по каждой компоненте, там, помните, да, квадратичное, вот так, то все перекрестные произведения зануляются, останутся только, скажем, сигма x квадрат, стида сигма y квадрат, стида сигма z квадрат. Поэтому здесь будет стоять гамильтониан. Но суммирование идет по ей, поэтому явно это так запишется сильно. И вспомним, что у нас гамильтониане, когда мы вводили обозначение, помните, реально, у нас x и y совпадают, а z другое. То есть у нас симметрия. Мы обозначали так, а вот z. Поэтому при усреднении вот это и это совпадает. Останется. Скажем себе.
типа X и плюс квадрат лишнего квадрата. И подставляем вот это выражение, с которого мы начали. Это сигма 4. Это будет какая величина? Вместо этого пишем. Значит, 4. Самое время посчитать вот эти числа. Thank you.
Здесь будет. Силу целостности интеграл H2O по H2O Это среднее легко считается с помощью вот этого голоса. Чего нам это надо? Что вы скажете? Дома возьмите. Сейчас переходим от суммирования, пока интегрированный подъем. От эпидиана идет в лапе, да? И тут остался. Давайте немножко так никуда. Объем сократится. Здесь обращаю внимание, что от углов ничего не зависит, поэтому переходим к интегрированному модулю H. Это возникнет поверхность, значит, SD в вероятном пространстве 2 фига. Здесь будет стоять интеграл по K. Это K минус 1. Интегрирование ведется по быстрым модам. Объем. Это мы как-то на статистике с вами считали. Домерном пространстве сфер единичного радиуса. Лапиты пополам и гамма-модуль пополам. Это у нас видео, помните? Ну, вы это не можете найти там. Дальше вот какой прием используется, вернее, наблюдение делается. Мы когда перпендикулярно наблюдаем, говорили, что это у нас перпендикулярно наблюдение. Там вроде точнее у нас было. Перпендикулярно оно связано с ним. Малые постановки, они закрепи и D. То есть плюс малые функции. Они закрепи и D, и от D в параметре там функция шла.
там же пополам не знаю. Их мы маленьким считаем достаточно. То есть, и работаем мы можем в критической области, когда вот эта величина тоже маловато, экстремистка к любому. Это к тому, что понятно, это регулярная рассматривается очень маленькая. Ну, маленький по отношению к чему? К у нас лежит в диапазоне. То есть это величина для порядка года, ну, то есть отрезки. Вот, и, соответственно, меньше, чем диаметр. Это с хорошей точностью. Помните? Поэтому мы в этом интеграле размножим, по малому порядку. Вытащим как квадрат. Там возникает единица плюс это регулярная как квадрат. Это, соответственно, будет единица минус. Однако сейчас надо учесть, что вот в ответственном была предложена процедура расчета, значит, интеграла справедливая для любых d, но при условии, что d это x4 минус эпсилон, где эпсилон рассматривается как малый параметр. Формально мало не является.
скажем, примерный случай соответствует эпсилон единица в мере двойки. Вот. Но во всех как бы, вот, расчетах, если, скажем, использовать диаграммы, техники, теории возмущения, мы будем рассматривать эпсилон как малое и фиксировать, скажем, ряды с точностью до линейных членов по эпсилону или квадратичных, или линейных. Это малый порядок. Тогда здесь получается лямбда. СД на 2 пиле. Будем дальше обозначать, как КД. Значит, получается, как это КД. Лямбда. 3 минус 2. Минус 2.
Ну, давайте на первую сейчас. Ну, как думаете, что тут нет? Если ты считаешь, что поменяется? В чем разница-то была? Только в знаменателе, там место перпендикулярно будет верст отстоять, да? А все остальное повторит будет. Поэтому... Пишем этот же ответ. Ну все, то есть у нас, смотрите, все числа тут посчитаны. Так, вот мы... мы подставляем, соответственно, и получаем выражение для наблюдаемого сигнала. У нас получается здесь дальше будем использовать много сокращенного значения. Это перпендикулярно вытащенное возникнет РЗ. Это мы обозначим как это. Ну и что у нас тогда получается? Сухом остатке, значит, средняя H1. Мы ставим и отправить по крайней мере. Значит, здесь в четвертой степени сохранится, да, сигма штрих. Дальше. Но появится сигма квадрат. Она у нас шла перед слагаемой
СРФ, да, национальный исход, исходный применение. И точно так же вот здесь еще добавки будут. Это КЗ добавка пойдет, ну, коэффициент. Ну, это как КЗ. То есть мы этот результат такого преобразования представим в формальном виде. Так. Ну, один указывает поправку первого приближения. Ну а чтобы вот эту учительную запишем вот такой фильм сильный. И вот здесь она возникает. Вот это поправка коэффициента PR1 исходного применения. Вот поэтому его убрали. Ну, тут еще не до конца на самом деле. Ну, можно записать. Надо следующее, как понимаете, у нас
x. Давайте я так включаю все как-то расслабляю. Thank you.
Обратите внимание, что вот эти добавки, они связаны с взаимодействием. Они не имеют никакого взаимодействия в таком порядке. Ну и содержат в себе, вообще говоря, параметры перенормировки верхний импульс обрезания, масштаб достижения, как S. Так что здесь уже какие-то уравнения, связанные с масштабами перенормировки. Что касается константы U, то на этом этапе она свой вид сохраняет, поскольку, видите, у нас в результате возникает то же самое, то есть формально вот так это все написано. Значит, H будет включать в себя 1/8 интеграла от x у симочка 4 от x. И если опять применить процедуру восстановления масштаба, то есть перейти к шлифованным переменам, получится 1/8 s квадрат. Это вот первый порядок, первое возмещение. Ну что, давайте попробуем. Значит, плюс S, как знаете, значит, надо хорошо записать аналогичное уравнение. Ну, я ответ запишу, добавить я, если. В чем изменения будут? Вот здесь еще добавится к, значит, тут вот сигма х выдавала этот вклад и этот вклад. Сигма х также
А в сигма-западе давал еще пример. То есть вот он увеличение соответственно. Три раза прессинг. ДТЗ-1. Сейчас второй для такого порядка надо посчитать вот эту штуку. Так. Так, там 1/8, 1/8 64, до 2 128, минус 128. Так, интеграл от первого, вам нужно какое-то стоять, это значение x, от второго, так, и дальше пойдет. Здесь также преобразуем в начале. Сумма двух вкладов несколько в результате получаем.
Здесь обратите внимание, все нечетные степени исчезли, только четные степени остались. О, видно. Так. Подставляем для каждого множителя x, это с x, например, и там как возникнет перекрестный слагаемый печат. Я векторы не ставлю, понятно? Thank you.
сделать самостоятельно. Я понимаю. Значит, ну тут по тем временем Вика, значит, сведения вычисляет этот рассказ отдела, да? Если Вика. То есть сведения корреляционных функций, парных корреляционных функций. И, а их записывает через функции. Значит, здесь только такая будет особенность, что в отличие от первого порядка размещения, где мы использовали представление виде.
И обходили, соответственно, грамотности. И, значит, будет следовательно. Без этих коэффициентов. Через функцию грина это будет записываться.
оператором. Оно-то не усоединяется, а тут вот что-то даст какой-то коэффициент. Сейчас это все дело подставляем. Значит, поправку второго порядка себя. С учетом тех коэффициентов, что были на эти намерения, конечно. Не получается. Постоянный фактор, который у нас был, который не дает оператору зависимости. Ну и там все подобные переводы.
Обратите внимание, что число резко возросло слагаемое, которое мы получили, в отличие от первого порядка изучения. Ну и здесь осложняет, так сказать, пока наличие двух интегралов в зависимости от x, от y. Значит, чтобы свести к той форме, которая у нас была, она же была изначально взаимодействие с y четвертой, с одним интегралом, используем градиентное расположение, то есть считают, что вклад вносят те участки y, которые от x находится недалеко, то есть это получается так, сильнейшие графики. Сигма четвертый.
потом 25 в Москве. Сейчас, что по идее надо посчитать, операторные тут в зависимости явно нужны. Это даст вклад в коэффициент R, поскольку сигма H в квадрате. Это в коэффициент U. Так, это в коэффициент R. Это порождает новое взаимодействие, да? Значит, сигма 6. Такой эффект называется размножением констант. Когда учет взаимодействий, так, высших порядков теории возмущений порождает эффективные взаимодействия более высоких порядков. Ну и как раз вот, то есть не берут еще. Значит, вот это взаимодействие даст опять перенормировку U, это тоже перенормировка D. Thank you.
проводим размерности для чтения, на самом деле, так. Хотя у нас реальность из эпсилон, но здесь, поскольку, опять же, будет так, нулевой вклад связан с четверкой, да, и пойдут поправки по малому параметру эпсилон, если правильно считать. Но поскольку здесь мы в втором порядке уже муж квадрат эпсилон, как эпсилон квадрат для себя, по тем же самым причинам, что мы здесь оставили как квадрат, мы пренебрежем это. То есть функцию грина оцениваем в нулевом порядке по возложению эпсилона возложения. Здесь что получается, значит, это 2 гигас, это 1 гигас. Поэтому здесь получается 4 пи. Доказывается интегральное представление для функции Бесселя.
целого порядка. Дальше под интегралом идет куб. Вот этот куб совмещается с этим. Тут пойдет, значит, сюда 2, сюда 3. Константы играют. И еще остается идет. Используется еще одна формула, которая позволит взять интеграл. Значит, горизонт надо зависеть, это есть минус, и зависит от первого порядка. То есть вот эта величина будет равна минус.
Здесь по полному аргументу производный интерес, да? Значит, вот эта функция приобретения вычисленной задачи. Так. Ну ладно, дальше. Давайте мы тогда на этом остановимся, так? Да. Я вам давайте дам. Ну тут дело не быстрое, поэтому как бы тут кавалерийской атакой. Там сколько времени у нас? Задача длинная, сразу. Сейчас 7:43. Ну вот. Давайте делать. Тут у меня где-то коэффициент вот, значит, 25/4 должно было где-то перескочить. Тут где-то опечатка вот просто. Но на ответы там не повлияет это просто где-то при наборе.